Привет всем! Пришла опять посылочка. Заказывали опять продукты у Натальи. Вкусняшки из Европы. В этот раз мы заказывали сыры на пробу. И не только. Сейчас мы посмотрим, что там пришло. Та-дам! Та-дам-та-дам! Вот, разные сыры. Такие небольшие упаковочки. Блю сыр на пробу. Потом брю или бри. Брю-бри, как правильно. Потом такой вот сыр Дор Блю с плесенью. Класс, попробуем. Обязательно. Так, паштетики. Вот нежные паштетики еще мы заказали. Вот такая вот красота. Ням-ням-ням. Очень нежная, очень вкусная. Советую. Особенно, если вы не любите острых каких-то вкусов. Вот это сама нежность. Очень советую. Потом вот моцарелла. Я не помню, если честно, чтобы я моцареллу вообще пробовала. Поэтому будем пробовать моцареллу. Возможно, в салат какой-то приготовлю. И сниму, возможно, даже видео с моцареллкой. Вот еще консерву Рио. Это с красной рыбкой, тунец, туна валии. Тоже сниму видео, рецепт салата с тунцом. Ну, не, красная рыба то не то, да? Ну, значит, это тунец. Красная рыба, мне сказали, что не то. Вот, попробуем. А вот, смотрите, это порционные шоколадки. Это такая вкусняшка, это разные шоколадки. Где-то с орехом, где-то что там еще с чем-то, где-то просто молочный шоколад. То есть они в разнобой. В этот раз я постараюсь снять, с какой они начинкой там, так как их тут много. Вот, и это будет очень вкусно. И очень прикольно, что они порционные, такие маленькие. Можно каждого разного вида попробовать с чайком то, что надо. Так, что у нас? Еще вот такой вот маскарпоне сыр. Прикольно. Ням-ням-ням. Надо будет обязательно попробовать. Потом сыр. Сыр. Кабургер. Не знаю, не пробовала. На ощупь очень такой мягенькое. Видите, оно тут нарисовано, что в такой белой чешуе, в такой белой вот оболочке. Оно, и оно такое мягенькое-мягенькое. Супер. Если не успею съесть, обязательно сниму, как он там в разрезе. Какая-то вкусняшка. Вот, Наташа положила презентики, еще такие яички. Мы, это у нас третья посылочка, вторую мы заказывали. Но там я снимала, но это все так было бегом-бегом. То есть в трусах с котом на диване. Вот, но тоже заказывали эти яички. Молочный шоколад. Что-то камера выключилась. Что я тут рассказывала теперь? Вот сыр Филадельфия в такой вот упаковочке. Прикольно. Будем пробовать сыры разные. Это королевский сыр 300 грамм мы заказывали. То есть у нас такая сырная посылочка. На пробу взяли сыра, по-моему, каждого по чуть-чуть. Вот. Так, выложу. Вот. Раз сыр, два сыр, три, четыре, пять. Шестой сыр. Интересный тоже. Горгонзола. Вот видно, что можно тут на бутерброды, может еще с салатом. Ну, нужно тут все открывать, как бы пробовать. И думать, с чем оно сочетается, какой сыр в салат пойдет, какой куда, какой на бутерброды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмой сыр. Дор Блю. Восьмой Бри. И девятый Блю. Бри, Блю, Бри. Вот, и вот такие вот. Еще паштеты. Может, даже с паштетом бутербродок и какой-то сыром. Ой, будет очень вкусненько. Так, еще тут такая вот штука. Штука. Давайте начнем с колбасы сначала. Это еще одна новинка. Колбаса. Наташа тоже как бы посоветовала на пробу. Нам очень королевская понравилась. Мы ее даже два раза заказывали. А это что-то новенькое. Герлач.
герлач. Вот какой-то вот герлач. Попробуем. Пахнет. Так. И очень нужная штука в хозяйстве. Вот. Ого, сколько тут много. Такая внушительная баночка. Прыскалка. Вот такие два средства. Один для кухни от всякого жира, а второй от всякой черной бяки, плесени, грибков, где в кухне, на подоконниках, в таких сырых помещениях, что очень характерно для нашей хрущевки. Вот такие вот две штучки. И видео я, наверное, сниму, покажу, как оно работает. Все, мы пошли это все пробовать. Если мы все сразу это не съедим, я, может быть, сниму, покажу, как оно выглядит и что мне больше всего понравилось. Вот. В общем, переходите на Наташину страничку, выбирайте, заказывайте. Приходит все очень быстро. Мы очень довольны, что вот у нас есть такая возможность попробовать что-то из Европы. Вот разнобой такой сыров вообще аж уже не терпится попробовать. Так что мы пошли, а вы смотрите, подписывайтесь на канал. Ой, ребята, что могу сказать? Открыла я паштет вот такой. Просто это такая вкуснятина, это теперь мой фаворит среди всех паштетов. Я еще остальные не пробовала. Из второй посылки я пробовала, там гусиная и утиная была история. Вкусный, бесспорно, но вот это нечто, он нежный, и такой вкус, я не могу передать, но то, что это птица однозначно, не могу сказать какая, но очень вкусно, вот так вот себе на бутербродик, открыла сыр, это что-то с чем-то, это просто песня, вот тут, вот этот сыр я открыла. Вот так вот он там внутри такой. Это я ложкой просто оттуда вычерпала, которая была испачкана паштетом. Но это просто безумно вкусно. Это так вкусно. Вот теперь вот этот сыр и этот паштет я буду брать обязательно. Вот еще два кусочка колбаски. Это колбаска, которая новенькая. А это королевская. И та очень вкусная. Ложка такая некрасивая вообще. Да, это очень вкусная, королевская, она больше с выраженным таким пикантным вкусом, а вот эта такая нежненькая, очень вкусная и очень такие пахнут так вкусненько, блин, очень понравилось, вот это для меня как раз вот нежнятинка такая тоже вкусненькая, ой, как это вкусно, я сейчас пью чай и просто наслаждаюсь вот этими всеми вкусовыми качествами, буду еще дальше пробу снимать, пока вот отрапезничаю этим, а потом, наверное, я проведу такую вот дегустацию других сыров, которые у меня остались. И вот еще шоколадки. Такие вот разные шоколадки, которые порционные. Тут есть такие зелененькие с орехом, красные с марципаном, вот это с йогуртом. На каждой шоколадке на этой написано, с чем она. Это печенюшка. Это с орехом. Я очень люблю с орехом. Вот, и тут я открыла. И оно такое кубиками, квадратиками. Маленькими там разделено на 4 квадратика. Классно. Вообще, такие перекусончики с собой, допустим, если вы ходите на работу, а большинство из вас ходит на работу, или деткам в школу, в садик, такой вот перекусик, вообще то, что надо. Пару таких шоколадок положил с собой, там где-то в дороге или где-то там перекусил, и уже ты полон сил, полон энергии. Ну и, конечно же, к чаю вообще то, что надо. Очень советую. Оксана рекомендует. А вот небольшой фрагмент видео обзора второй посылочки. Она у нас была более такая паштетно-мясная и немного шоколада. Ну, конечно. Паштет. Ой, паштет, ням-ням. Та-дам. Соус. Соус. Наш любимый чай. Ну, прикольно. Класс, давай. 500 грамм. Ого. Молочный шоколад. Какая шоколадка. С орешками. Серьезно. Прикольная шоколадка. Это колбаса. Салама поличан. Палычан. Салями палычан, да? Палычан. Угу.
Поличан. Огромная тоже палочка. Королевская. Холодно. Королевский. Королевский. Тоже Словения. Чокрема. 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 Ням-ням. Запечатано. Как раз на перекусике вообще прикольно. На хлебушек намазал. Надо сейчас сделать себе чай. Ням-ням. И срочно сделать бутерброды. Ням-ням. Такая шоколадка огромная. 300 грамм. Да? Сейчас показать, какой она хорошая. Ой, спасибо большое, Наталочка, спасибо. Опять очень быстро пришло. Она вчера заказали, вчера отправила и пришли. Так что переходите по ссылке на Наташу на вкусняшки из Европы и заказывайте себе тоже. Будете довольны.